Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Перед нами находится устройство Huawei MatePad SE. И сейчас я покажу вам, как очистить кэш данного устройства. Итак, для этого мы отключаем планшет. После его полного отключения мы зажимаем кнопочку питания и увеличения громкости. После появления логотипа можем отпустить кнопочки. И попадаем в режим recovery. Здесь нам нужно выбрать Clear Data, далее Wipe Cache Partition. Теперь нажимаем Back и Restart. Таким образом мы очистили кэш и перезагружаем теперь наше устройство. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.